Перед началом сказочного представления к юным зрителям обратился советник главы Ленинского городского округа Моисей Шамаилов, который отметил, что Новый год – это время чудес и исполнения желаний. Этот подарок от главы, я думаю, вам запомнится надолго, потому что мы сделали все, чтобы спектакль был замечательный. И вот мы вам желаем хорошего настроения и просмотра, чтобы вам эта сказка понравилась. С наступающим новым 2023 годом! И пускай чудеса случаются, а сказка никогда не кончается. Традиционно «Елка главы» – самое красивое и запоминающееся представление. В этом году для детей на сцене выступала труппа подмосковного театра юного зрителя. Показали постановку «Щелкунчик». Захватывающий сюжет, яркие костюмы и интересные диалоги. Мне очень понравилось, и каждый день я бы так хотел. Очень весело было, хорошие актеры, и вообще я люблю этот праздник. А праздник этот любим, пожалуй, каждым ребенком. Многие дети к елке подошли с большой ответственностью. Нарядились в тематические костюмы и полностью погрузились в сказочную атмосферу представления. А зрители постарше отметили высокий профессионализм актеров. Я сама занимаюсь актерским мастерством, понимаю, что почти 2 часа очень тяжело играть на сцене. Но красиво. Да. Мне все понравилось, и уже есть новогоднее настроение даже. По завершению спектакля всем маленьким зрителям вручили сладкие подарки. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Кошелева, Видное ТВ.